Лёкминск прибыла съемочная группа Ростелефильма. Кинематографисты следуют по маршруту известного путешественника Ивана Сибирякова и снимают фильм о его экспедиции. Подробности далее. Город Лёкминск посетила съемочная группа «Ростелефильм», следующая по маршруту известного путешественника Сибирякова. Цель нашего фильма, который выйдет в этом году, наверное, там, в декабре, на канале «Культура», напомнить большинству зрителей, рассказать о экспедиции, которые организовал и спонсировал Иннокентий Сибиряков, и рассказать о тех людях, которые в ней участвовали, да, их было большое количество, они были все разные, занимались совершенно разными плодами научной деятельности. Участниками команды являются продюсер Юлия Иванова, режиссер Илья Яковлев, оператор Алексей Хрылев и ведущий Марк Подробинок. Группа сотрудничает с известными каналами, такими как «Моя планета» и «Культура». По приезду в Лёкминск группа отправилась в село Мачо, где сняла кадры для фильма. Переживали внутренне, потому что все-таки это такая земля большая и такая своеобразная земля. Но когда нас встретили, Татьяна Валерьевна Кубряк встретила нас и департамент ваш культуры на пристани, мы поняли, что мы попали в нежные, но надежные руки. Нетронутая земля Якутия, как сами назвали участники, поразила не только своей красотой, но и сердечностью. Анна Валерьевна Кубряк и Ирина Иннокентьевна Никифорова тепло встретили гостей и предоставили максимально комфортабельные условия для съемки. Пелагея Чердонова, Максим Копылов, НВК Саха, Лёкминск.